Квон Ки Нюб, корейская художница. Родилась в Сеуле, Южная Корея. Окончила университет Седжон с дипломом по специальности изобразительное искусство. В настоящее время художница живет и работает в Сеуле. Картины Квон Ки Нюб показывают наполненный сюрреалистичной чувственностью и глубоким самоанализом, насыщенный красотой и нежностью мир. Портреты любимых персонажей в окружении фантастических пейзажей делают для нее живопись лучшим средством снятия эмоционального напряжения и способом освобождения от душевного заточения. Картина навеяна беседой со своим внутренним «я», и хотя является чем-то универсальным, все же личным и бессознательным, не позволяя себе быть видимыми человеческому глазу. Картина Ки Нюб изображает человеческие души как волшебную материю, которую мы можем увидеть, лишь пристально всматриваясь в светящиеся глаза ее нечеловеческих персонажей. Глядя на тела в мягких повязках, мы понимаем, что эти бестелесные существа являются молчаливыми хранителями глубоких воспоминаний о радостях и печали, о травмах и боли, о хрупкости и упругости всего человечества. Их душа и кожа чисты и чувствительны, как шелк, и это заставляет их прятаться в мире внутри холста, чтобы найти там приют и безопасность.